2020 год – год юбилейный. Это год 75-летия победы над фашистской Германией, а также в этом году исполнилось 35 лет со дня создания Музея боевой славы, который впоследствии стал отделом областного историко-краеведческого музея города Семей. Одним из основателей музея является Пересыпкин Федор Григорьевич. Он родился в 1911 году в селе Самарка Самарского района Восточно-Казахстанской области. После окончания средней школы работал учителем начальных классов, а в 1933 году поступил в Томский государственный педагогический институт на физико-математический факультет. При институте он прошел высшую вневойсковую подготовку. Ему было присвоено звание командира взвода. В 1938 году поступил на работу в Семипалатинский геологоразведочный техникум на должность преподавателя физики и электротехники. Когда началась Великая Отечественная война, Федор Григорьевич был направлен в Семипалатинским областным военкоматом в город Ташкент на курсы «Выстрел», которые проходили при Академии имени Фрунзе. По окончании данных курсов в звании лейтенанта он был направлен в город Москва первым помощником начальника штаба отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. В июне 1942 года в составе батальона выехал на Юго-Западный фронт. Федор Григорьевич воевал на Центральном фронте, Первом, Втором, Третьем Белорусских фронтах, Первом, Втором Прибалтийских фронтах, принимал участие в обороне Сталинграда. За время воинской службы был награжден орденом Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны второй степени. После окончания Великой Отечественной войны продолжил работу в Семипалатинском геологоразведочном техникуме. Он проработал в нем 30 лет. В 1973 году, после выхода на пенсию, продолжил общественную работу. Был избран председателем Совета ветеранов войны и труда, а в 1983-85 годах принимал активное участие в создании Музея боевой славы. Музей был открыт в 1985 году, и Федор Григорьевич был его первым руководителем, а также вел первые экскурсии в этом музее. В 90-е годы он переехал в Новосибирск. В 2015 году родные Пересыпкина Федора Григорьевича приезжали в наш город и посетили музей боевой славы, который основал их дед.